моей лекции стояли галстуки кривых и поверхностей. Мы с вами разобрались с кривыми. Я думаю, что вы эту кривую много чего можете сами нарисовать или сами рассчитать. Давайте попробуем понять, что такое галстука поверхность. В качестве поверхности мы возьмем эллипсоид. Эллипсоид — это поверхность. Соответственно, это поверхность трехмерного пространства, мы уже не открывали точку стен. И эта поверхность задается уравнением экспоненциального квадрата. Этой определенностью буду полагать, что А при каких условиях эллипсоид становится сферой? А, Б, С равны. А, Б и С должны быть равны между собой, равны радиусу 50 см. У нас эллипсоид. Представим, что наш эллипсоид излучает равномерно излучающую поверхность. И есть где-то в пространстве точки, в которой сходится больше лучей, чем в остальных точках. Если бы эллипсоид был сферой, то понятно, что из себя представляет его галстук, это все тот же центр сферы. Но, как мы знаем, эта картинка неустойчива. Если мы сферу немножко приплюснем, то она до галстука изменит форму, распадется и станет чем-то другим. Что же из себя представляет галстук эллипсоид? Для того, чтобы ее представить, мы должны взять какую-нибудь точку эллипсоида, да? Принести в этой точке касательную плоскость эллипсоида перпендикуляра. И попытаться найти на этом перпендикуляре центр сферы, проходящей через эту нашу точку, мы проводим точку на расстоянии R от эллипсоида, и проводим сферу, которую мы ожидаем, что она будет сферой наилучшего приближения. Потом берем все эти центры, они образуют нашу галстуку. К сожалению, здесь мы наталкиваемся на серьезные препятствия. Давайте посмотрим на природу этих препятствий. Если мы начнем с параболоида, так как мы начинали с параболы, в случае прямой, значит, параболоид у нас задается уравнением центра. Мы можем рассечь наш параболоид двумя плоскостями, двумя вертикальными плоскостями. Одна плоскость проходит через ось Z и ось X. Вторая плоскость проходит через ось Z и ось Y. Каждая из этих плоскостей пересекает наш параболоид по некоторым параболам. Одна парабола имеет вид z равно, если y равно нулю, то парабола имеет вид z равно x перпендикуляра. А если x равно нулю, то парабола имеет вид y перпендикуляра. Для этой параболы, для параболы мы уже посчитали, где должен лежать центр окружности наилучшего соприкосновения. Должен лежать в какой-то точке. В этой точке у нас было уравнение единицы на 2r равно
Соответственно, мы получаем точку, в которой должен находиться центр окружности наилучшего приближения. Для параболы, которая лежит в плоскости x. Для параболы, которая лежит в плоскости yz, этот центр оказывается другим. Следует, что нет сферы наилучшего приближения. Возникает серьезная проблема. Если мы приближаем в одном направлении, то мы получаем одну сферу, а если мы приближаем в другом направлении, мы получаем другую сферу. И сфера наилучшего приближения отсутствует. Всегда так, за исключением случая, когда АОП. Если оказалось, что АОП, то есть наш параболоид, это параболоид вращения, то тогда есть сфера наилучшего приближения, в каком бы направлении мы не секли, в каком бы вертикальном направлении мы не секли наш параболоид вращения, всякий раз окружность наилучшего приближения имеет один и тот же радиус. Это означает, что есть сфера наилучшего приближения, который универсален для любого направления. А здесь такого. А здесь, если они равно, то эту сферу мы не лучше приближения. Что же делать? Оказывается, выход довольно простой. Этот выход состоит в том, что нужно для каждой точки взять оба равенства. Одна из этих поверхностей соответствует, это поверхность минимального радиуса.
каждой из этих поверхностей есть ребро возврата, которое выглядит следующим образом. Это ребро возврата мы легко узнаем. У нас есть, у каждой галактики эллипса есть точки возврата, 4 точки возврата. Из-за того, что у нас излучает на этот раз уже не кривая поверхность, эти точки возврата складываются в одну общую кривую. Такая кривая есть. На каждой полости есть такая кривая. Есть кривая минимальная, есть кривая ребер, есть ребро возврата минимального радиуса и ребро возврата максимального. Но на этой поверхности, помимо ребер возврата, есть еще 4 замечательные точки. Это точки, вы видите, по крайней, хорошо, по крайней мере, одну из них, это точки, где две полости склеиваются вместе. Это точки, где две полости склеиваются вместе. А что означает, что эти две полости склеиваются вместе? Что это значит? Почему две полости карты склеиваются вместе? Видите, точка, где полость окружности большего радиуса гладко переходит в полость окружности меньшего радиуса. Откуда они берутся? Где держатся отверстия точки радиуса? Все эти точки возникают там, где два радиуса кривизны совпадают, где радиус кривизны, помните, мы говорили, что радиусы кривизны, как правило, разные, они равны нулю. Но имеются отдельные точки, которые соответствуют параболоидным вращениям, когда радиусы кривизны могут совпасть. И у нас на эллипсоиде таких точек 4 штуки. Им соответствуют 4 точки совпадающих радиусов на галстуке. Откуда эти точки берутся? Я потребовал на картинке А больше Б, работает больше С. Значит, у нас есть пересечем наш эллипсоид координатной плоскостью, мы получаем эллипсы. Есть эллипс, соответствующий паре А, Б, это наибольший эллипс. Есть эллипс, соответствующий паре В, С, это наименьший. И есть эллипс, соответствующий паре А и С. Здесь вот, да? Здесь С. Эллипс Y, А, В, Б. В этих точках эллипса мы имеем наибольшую кривизну, когда радиус соприкасающейся окружности самый маленький какой-то возможный. В этих точках мы имеем дело с окружностью наибольшего радиуса. Значит, эллипс наиболее плоский в этих точках, когда радиус соприкасающейся окружности наибольшего радиуса. А где-то здесь, в промежутке, мы имеем ситуацию, когда точка является почти сферической. Сферическая точка. Наша точка является почти сферической. Когда в каком направлении мы не рассечем эллипсоид перпендикулярно, в каком из перпендикулярных направлений не рассечем эллипсоид, мы получим эллипс. Мы получим эллипсы, у которых кривизна в этой точке одна и та же, вне зависимости от того, в каком мы будем направлении, в каком мы будем направлении. То есть это будут точки, в которых наш эллипсоид очень хорошо приближается сфера. Сфера
дает приближение пульсуита с точностью до второго порядка. И в этих точках происходит склейка двух полостей нашей Гаусса. Во всех остальных точках Гауссика очень хорошо разделена. Мы знаем, какой радиус меньше, мы знаем, какой радиус больше, мы можем нарисовать одну полость Гауссика, можем нарисовать другую полость. В этих четырех точках эти две полости склеиваются вместе. Мы не можем различить, какая из них какая. И в этих четырех точках мы получаем поверхность. Гауссика становится поверхностью очень специального момента. Здесь мы имеем точку невозврата, а здесь мы имеем дело с поверхностью вот такого вида. Значит, одна полость этой поверхности представляет собой... Здесь у нас идет ребро возврата, которое соответствует точке возврата. И в какой-то точке оно перестает быть ребром возврата. Оно становится гладким кусочком поверхности. Это одна полость выглядит так. А вторая полость выглядит дополнительным образом. Она смотрит в другую сторону, с этой стороны. У нее ребро возврата, которое потом становится гладкой поверхности. Сейчас я, наверное, могу делать это быстрее.
То, что здесь делается, где возникает проблема? Проблема возникает следующая. Если вы берете и сечете эллипсоиды плоскостью, то то, что вы получаете, с необходимостью будет эллипс. Конечно. Поэтому если вы умеете считать для эллипса, нет, вы можете посчитать и для сечения эллипсоида. Однако здесь имеется существенная трудность, которая состоит в том, что вам нужно выбрать те направления сечения, в которых соприкасающаяся окружность имеет либо максимальную, либо минимальную радиус, потому что только эти окружности, только эти направления отличаются от построения окружности. Ну вот это уже некоторое содержательное упражнение, и его можно сделать. Но если писать аккуратно, то вы в конце концов получите не просто систему уравнений, которую нужно решить. Вы получите параметризацию поверхности, параметризацию точками эллипсоида. Точками эллипсоида, то есть точками сферы. Вы получите параметризацию этой поверхности сферической координаты. Это поверхность алгебраическая. Ее можно задать уравнением в виде многочлена, так же, как мы задаем. Это будет, естественно, не квадриками поверхности второй степени. Это будет уравнение, если не память изменяет шестой степени. Алгебраическая поверхность шестой степени. В таком виде ее тоже можно рисовать в математике. Математику можно просить рисовать поверхность заданного явного уравнения. Она тоже нарисует, но рисунок будет заметно хуже, чем если бы... Это нарисовано параметрически. Это